Сегодня в нашей студии кровать Арти от Армос. Образ заданной гармонии вертикальных линий перекликается со стилем арт-деко и вызывает ассоциации с небоскребами большого города. Изголовье из объемных мягких элементов. Отделка мягких бортиков – глубокая утяжка. У кровати по углам 4 ножки. Это означает, что изголовье не опирается на пол. Его можно придвинуть вплотную к стене. Плинтус мешать не будет. У кровати в кадре хромированные опоры. Но вы можете заказать 4 варианта цвета на выбор. Эта опция бесплатна. У всех кроватей от Армос в варианте с подъемным механизмом всегда две ручки для удобного и безопасного открывания бельевого ящика. У Арти нет никаких перегородок в бельевом ящике. Он очень вместительный. Основа кровати – мощный и прочный металлокаркас. Газлифт от проверенного производителя. Расчетный срок службы не менее 25 лет. Все части собраны на металлические болты. На те из них, на которые опирается основание, устанавливается специальный демпфер для предотвращения стуков. Донышки из МДФ толщиной 10 мм очень легко сдвинуть для уборки. Сдвигаем переднюю часть, убираемся тут, убираемся там и возвращаем все как было. У Арти цельносварное основание. Не скрипит, не ломается. Упругие березовые ламели усиливают анатомические свойства матраса. Крепления у ламелей накладные. Это оставляет максимальное количество металла в раме основания. Прочно и надежно. Кровати от Армос можно заказать в десятках вариантах складских или многих тысячах вариантах заказных тканей. Кровать в кадре в велюре коллекции Тедди. Он очень износостойкий и прекрасно чистится. Кровать Арти от Армос. Современная, стильная, надежная.